Приветствую всех поклонников Игрок Парадоксов. Мы продолжаем прохождение за Францию. Так, сейчас, значит, мы с Алжиром создаем претензии. Ну, вот эти две провинции. Уж коалиция против нас только из Алжира состоит. И будем расширяться вот здесь. Одна колония уже под нашим контролем. Только пока еще неизвестно, что она производит. Угу. Так, если она будет колонизирована, так она уже колонизирована. Что ж это не так? Сейчас по берегу пойдем пока. Может там что обнаружит интересного такого. О! Шотландии все-таки вернули ее провинцию. А чё-то как-то они так умудрились. Если только им Швеция помогла. Так. Сроки перемирия до 14 года. Подразделения понесли потери, но это понятно. С повстанцами сражались. У меня, по-моему, еще одна провинция была. Вот так. Ненационализированная. До какого времени? До 7-го года. О, началось. Вступает в коалицию сволочи. Так. Надо сейчас потихоньку их выбивать оттуда, где наши дипломаты. Иди сюда. Потом улучшим. Там еще, по-моему, после 8-го года, что ли, можно национализировать. Тьфу, аннексировать. Так. Так, где-то вот. А, ну дипломат не вернулся, правильно, потому еще и нельзя улучшать. Ладно. Кто там еще в коалиции против нас, кроме Бургундии и Алжира? Все? Надо заранее посмотреть, чтобы предотвратить это дело. Враг врага. Так. С Австрией воевать тоже пока нет никакого желания. Что-то у нас первая претензия почти готова. У них еще союзников дофигища. Их из коалиции фиг вышибешь. Муж их из коалиции. А вот этих можно попробовать из коалиции вышибить. Все-таки там агрессивное расширение совпадает. Да. Попробуем их из коалиции вышибить. Наши первооткрыватели. Тут море. Едем далее. По берегу. Походу здесь какой-то островок вот такой-то. Уже почти как треть Франции размером у нас там колонии. И надо бы расширяться там. Пока возможности есть, пока никто не пришел. Берега, наверное, захватывать. Так, ага. Вступление коалиции в Австрии. Тьфу, блин, Австрии в коалицию. Да. Если бы вся коалиция в Австрию вступила, нам бы плохо было бы. Все-таки.
типа огромная Франция. Австрия. Тьфу, блин, да что ж такое. Ну что, сейчас отношения улучшим. И нормально будет. Они выйдут из коалиции. Коалиция потихоньку распадется. Рано или поздно. Так. Идете? Ладно, чуть вперед сейчас перемотаю пока. Ага. А вот и реформация началась. Из-за коррупции в Римской католической церкви все больше людей недовольны ее деятельностью. Многие ставят под сомнение основные догмы католицизма и критикуют духовных лиц. Один из столичных монархов был прежде обеспокоен сложившейся ситуацией. А монахов, это их. Однако теперь он открыто заявляет, что церковь нуждается в реформе. О! Центром. Вот оно как. Центр, рядом находится центр реформации, поэтому оно расползается. Довольно интересно сделано. Так, мы можем тоже сменить. Доход от налогов, стоимость идеи. Большой балл в столице. А, мы же защитники веры. Точно. Да. Марокканские партии восстали. Значит, по-моему, я где-то видел возможность перекрасить Францию в этот самый православие. Заодно избавиться от возможности реформации. То есть реформация нам уже не будет грозить. По этому поводу оставляйте свои комментарии. Мы решим, что делать с ними. Так. Ага, бродит потихоньку. Так, так, ломаем реформацию здесь. Так. Пока у нас еще не так много территорий. Проще будет перекрасить все это дело именно сейчас. Так. Угу. О, чьи-то территории. Там зоусы какие-то живут. Ладно, ставим пока папуасов в покое. Что-то у нас в России происходит. Разрастаются потихоньку. Новгород. Что-то видите, там Новгород как-то синее выглядит. А, он закрашен. Швеции. Я думаю, что за фигня. Какой-то второй Новгород появился, что ли. Нагайцы. Персия вроде тоже там разрастается. Ниджат. Ой, идите туда. Долго идут. Территория большая, провинция огромная. И шагать им довольно долго. Так. Опять восстание. Пока мы сейчас не национализируем все дело, оно так и будет. Почти тут завершено. Вперед, народ. Ага, пришли. Пришел, увидел, победил. Можем что-то здесь предпринять. Стоимость полков минус 10. Пригодится.
тут еще генеральные штаты. Ага. Понятненько. Людовик Францис, где Шаброни? Считался одним из величайших художников нашего времени. Некоторые его работы – настоящие шедевры. Ух ты, какое-то новое решение. А давайте стабильность повысим. Больше стабильность, меньше недовольства. Нам с соперником объявили. Османская империя. Идите их налево. Что они там разрастаются? Ага, приличные такие. Сюда пришли, часть Валахии захавали. Так, все-таки слишком много, да, там народу сидит. Что там у нас по реформам? Ух ты, распространяется, как лесной пожар. Португалия, ё-моё. Они уже, получается, сюда залезли. Ну ничего, можно их перехватить и попытаться им отрезать путь. А не то, что вы подумали. Так. Столицу. Что тут? Потери от истощения слишком высокие. Так. Новая национальная провинция. Замечательно. Сейчас вот эти перекрасятся. Так, из коалиции их потихоньку надо будет выщипить. Марокко в коалицию не вступает. Это хорошо. Так, разберись. Так, разобрался, да? Теперь сюда. И вот сюда. Так. О, перевод Библии. Еретики. Ну и сожгите его нафиг вместе с книгами, с ивушними. Отношения с другими странами улучшатся. Хоть немного. Ага. Надо коалицию их разрушать. Больше что-то в ней слишком много стран присутствует. Однако эти тоже в коалиции. Так. Угу. Сейчас будь дипломат. Нет ни одного, где он есть. Пока вернется в город. Все-таки в это время долго слишком путешествия происходили. Так. Вот там у нас потом колонисты нового дадут. Лимит флот еще увеличится. И казус были против язычников. Прекрасно. Касательно язычниками у нас вот эти все являются, да? А эти еретиками. Понятно. Понятненько. А что тут остановился? Иди туда. Крым. По-моему, он обратно отъелся, да? Так. Год 7. Скоро можно будет уже этих аннексировать, начать. Эх, как только все наши дипломаты соберутся вместе. Все заняты. Нет, пока там ничего перекрашивать не будем. Там еще решение по ним не принято. Что делать? Что делать, что делать? Так что он в пути, да? Новый император Иоганн V.
что, блин, мы это самое, какую-то Австралию нашли, по-моему. Да. Которая, кстати, должна вон там находиться. Мы туда можем попасть? Нет. Островок. Давай, иди туда. Исследуй пока. Больше, больше. То есть она сейчас объединится с Литвой. У нас будут очень сильные союзники здесь. И можно будет походы в Европу устраивать. Надеюсь, они нас поддержат. В этом деле. Поддержат, надеюсь, все-таки. Йогурт. Тут и йогурт. Ну, в принципе, разницы никакой. Пускай йогурт будет. Почему они из коалиции не выходят, а? Все-таки опасаются, да, нас? Хоть отношения улучшены, но опасаются. Можем начать поглощение. Династии, влияние. Да. Ну, если начинать, то сразу троих, чтобы с остальными не сильно отношения испортить. Так, тут действует. То тоже соберем. И тебя заберем. Все-таки нам сейчас поглощение их выгоднее, чем какое-то там иллюзорное. Какой-то иллюзорный шанс того, что те страны выйдут из коалиции против нас. Так. Начинайте работать. А мы пока подождем. Так, эти дипломаты тут максимум улучшили, да, в Тироне. Угу. Значит, двое могут уже начать аннексию, да? Начнем эту и ту поглощать. Потом Корнуолл. Дополнительное снаряжение. Стоимость пехоты еще минус 10. Начинаем аннексию. Ага. Они даже не вассалы у нас еще. Вот в чем дело-то, а? Ну ладно. Сейчас вот этих присоединим. Троих. Отправим денежный подарок. Все будет хорошо. Да и вот этим тоже может будет отправить для ускорения дела. Так, экономика, тайные операции, аннексия. Да. Тут сейчас момент не упустить. Португалия, укоренение, протеста. Блин. Это чтоб тебе. Укоренение протестанизма. Протестантизма, блин. Пока протестантизм принимает все больше и больше католических стран, число прихожан, соблюдающих пост, становится меньше. Без 40 дней причащения, в течение которых католики вынуждены есть рыбу из запрета на мясо, спрос на нее резко упадет. Понятно, то есть еще экономические последствия. Так, наши братья себе приносят помощи. О, Бранденбургская война за очищение провинции. Та-та-та-та. Мы не верим. Защитникам верили, держава Бранденбург. Нет. Не будем увязываться в такую войну. Заодно у нас защитник веры исчезла. Вот это фиговина. Протестантизм, блин. Что-то далековато, куда-то вниз, походу, все это дело уходит. Сейчас найдут наши исследователи. В чем там фигня заключается.
Где ты там? Почти. Ну, так это долгий процесс, до 2013 года. Значит, дипломаты будут заняты. Так что, наверное, там я буду просто перематывать дальше. За это время один фиг ничего интересного не будет. Так. Да, пускай пока бродит. Ходит, бродит. Косы. Что ли? Построить. Ой, изучить, вернее. Эффективность производства. Плюс 10. Да? Что он тут обнаружил? Ладно, не ходи туда. Раз уж дальше еще что-то есть. Иди лучше туда. Вот так. Блин, а? Ладно, выйдешь сюда, там посмотрим, что есть. Что ж там находится? О, на них уже напали. Блин, они все в коалиции сволочи сидят. Как бы их не сгрызли раньше нас. Так. Все. Можно начать аннексию. Дипломат, дипломат. Да. Ну и думаю, тут, в принципе, до 2012 года смотреть дальше нечего. Так что на этом, думаю, все. Увидимся в следующей серии. Всем пока.